Не знаю, как вы, но я люблю дорогу. Дорога у меня вызывает разные чувства, но она никогда не оставляет меня равнодушной. Дорога требует внимания, забирает время, усилия, но она дарит пространство. Долгий путь – это ли не то, что, о чем мы мечтаем? Для многих людей долгий важнее, чем интересный или плодотворный. Но если говорить о пути с большой буквы, то сразу возникают такие понятия, как цель, предназначение, принципы, целостность и достоинство. Дорога бывает разная. Дорога домой, дорога от дома, дорога на работу, дорога на свидание, дорога в роддом и дорога на кладбище, в конце концов. Разные дороги настраивают на разные мысли. Но что может сравниться с бесконечным движением, которое уносит прочь километр пути? Только жизнь. Жизнь – это движение, которое поглощает годы, пространство и объекты. У каждого человека свой путь по насыщенности, продолжительности, по тому, сколько ям, перекрестков, стоп-сигналов, попутчиков или контролеров ему встретится, сколько будет открытий и призов, и сколько будет штрафов и аварий. Жизнь покажет, говорят люди, а я скажу, дорога откроет. Дорога, особенно долгая, настраивает на философский лад, потому что создает определенное ощущение пустоты. Ты преодолеваешь пространство, и в каждом из них ты оставляешь частицу себя. И, конечно, можно заполнить эту пустоту музыкой или болтовней радиодиджеев. Можно пытаться учиться английский или слушать лекции. И можно пообщаться с самим собой, заглянуть в глубину себя и задать себе вопросы. Потому что самый ценный источник знаний внутри тебя. Я хочу поделиться своими мыслями в пути. Потому что искусство жизни заключается в том, чтобы познать. Познать и поделиться, не просто преодолевая пространство, но и заселяя их. Мой новый проект «В пути» – это размышления, открытия, осознание и советы о жизни. В путь, друзья!